Юные танцоры из районов республики получат шанс поступить в Якутскую балетную школу. В столице состоялся первый республиканский конкурс в рамках научно-практической конференции под названием «Наследие Мариуса Петипа. Основы классического танца». События посвятили 200-летию выдающегося балетмейстера. Участие принимают более 60 воспитанников школ искусств и балетной школы, рассказывает Саргалана Захарова. Детской выправкой, серьезным видом вступают юные артисты на сцену. Стараются, но временами волнение дает о себе знать. Однако жюри довольны, преподаватели тоже. Уровень школы искусств стал намного выше, заметили в колледже. В этом году мы видим, что дети приобщены к прекрасному. Они стали на пуанты. Это очень большое достижение для нашей детской школы искусств. В следующий раз может лучше быть. Мне понравились студенты колледжа хореографического. У всех такие классные подъемы там, все растянутые. Но, да, сложные вариации танцуют все. Воспитанники балетной школы и школы искусств выступали в двух категориях – профессионалы и любители. Но объединяло их одно – все исполняли хореографические вариации выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа. К слову, его постановки считаются сегодня одними из самых сложных. Государственное требование у нас по предпрофессиональной программе. Поэтому даже вот недавно, да, лет 5 тому назад, мы никогда не думали, что мы будем танцевать эти вариации из балета, наши дети. А сегодня мы наравне, можно сказать, уже выступаем, наши дети выступают на пальцах, на пуантах, танцуют. Дети не только выступали на сцене, но и показали теоретические знания, говорили о своих партиях, технике исполнения, особенностях хореографии Петипа. Там очень много вращений с пятой позиции и прыжок падиша есть. Они очень сложные. Несмотря на сложность, поставленные задачи справились, сказали члены жюри, выходя из зала. Взяли на заметку лучших, из которых, возможно, уже в скором времени кто-то окажется в числе студентов колледжа. Саргалана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск.